Итак, игра не лишена багов, судя по всему, потому что она у меня просто вылетела, соответственно, запись прекратилась. После загрузки у меня вот... Вот, кстати, сейчас опять. У меня оружие недоступно, вот. Не мог я крестовина его выбрать никак, как и сейчас. Вот, и там выбрал, и в горячке боя все нафиг куда-то... А, то есть надо нажать все-таки. То есть вот я зажал кнопку, он держит энергию. А, нет, отпускать надо, все, я понял. Все, что ли? Да. Чё я двух роботов только повалил? И кончились патроны. Умер. Вот сейчас, да. Коварные твари, они разваливаются на части, а потом собираются вновь. Очень сложно, вот прям капец как сложно. Как мне полечиться? Могу я как-то? А, все, вылечился. Так, я понял, то есть все через кнопку X надо делать. Так, это группа бусин, я полагаю. Найдите ближайший раструб и поместите туда пойманную буса. Профессор, прием. Мой позывной Рубин. Можете обращаться ко мне в эфире так. Вы нашли носить? А знаешь что, Петри? Мне этот мир абсолютно понятен. Бус у меня. Направляюсь в загрузочное помещение. Конец связи. Что? Так, я поместил, не по... я не понял. Выловите все буса с контрольными алгоритмами. Похоже, вот сюда он что ли улетел, вот в эту штуку. Да я ничего не понял. Я же, по-моему, пистолет нашел только что. Нет? И где буса? Я не понял, я положил ее или не положил? Это какие-то программы, что-то все нарушено. Ай, ладно, черт с ним, не понимаю. Буду рассчитывать, что я все сделал. Все. О, Цой.
Ладно, я ухожу отсюда. Ах ты! Да ты мерзкий гусь! Что происходит? Я еще не закончил тебя уничтожить. Я достану тебя, даже если это последнее, что я сделаю. Я гусь, я до тебя наебу. Я гусь, я до тебя доеду. Он меня причем не ранил, он меня просто мудила конченый еще. Что вообще происходит? Ой, безумие какое-то. Да, 2 из 8. И мне дали. У Леоноры на складе есть для вас подарок. Наведайтесь к ней. А, все, я понял. То есть дробовик, значит, и пистолет. Вот пистолет я после первой бусы нашел. Дробовик после второй. И это все находится где-то на складе Элеоноры. Опять, где этот гусь? Что за... любит слезки, полимерные перчатки и не очень любит людей. Ну, ебанинки вам, товарищ, захотелось. Ну, получайте! Что ты за чехшвы? Иди с миром, но в задницу. Иди с миром, но в задницу. Ох, безумие какое, а. Что вообще происходит? Ладно, какая-то куча навоза мне не дает пройти. Надо мне выбираться каким-то образом, я не понимаю куда. Тут навоз везде. Так, вот какой-то ящичек есть. Может быть, сюда? Тут тоже все перекрыто. Может, через дом надо пройти? Да, похоже. Так, вот этот по-любому оживет. Или нет, неважно. Обезопасил себя. Умер? Вот сейчас умер. Вот проблема этих манекенов, конечно, опасность.
Они разваливаются и собираются. Ты думаешь, что ты все уже разделался с ним, а он и бац, живой снова. Беги. О нет, опять. Уйди. Куда мне опять идти? Опять через дом? Ну, судя по всему, сюда. И где шкаф Элеоноры? Просто болота какие-то непонятные. И я так полагаю, что когда я соберу эти бусины, мне наверняка надо будет в комплекс Менделеев попасть, и там что-то будет грандиозное. Что-то там по-любому просто связанное с Элеонорой. Что за сундук? Ладно, попробую. В общем, я буду сначала по максимуму пробовать своими силами тут, без всяких дробовиков и прочего. Так, но мне явно не сюда. 70 метров в ту часть. Где этот белый гусь опять? Вот ты где. Ну давай, веди меня. Ай, маслину поймал. А, нет, показалось. Ну не надо, ну не стукай, не стукай. Да это жестко вообще. Еле успел вылечиться. Просто жесть какая-то. Зажали и все, и ничего не сделать. Так, кажется, я отбился. Чертеж открыт, клуша рукоять. Хорошо. Так, и что это было? Меня гусь сюда ведь завел. В итоге-то мне надо сюда или нет? Это же скопление бус было. Ты думаешь, я тебя не переиграю? Я тебя уничтожу. Похоже, за этим гусем не стоит следовать, он меня в ловушку завел. Так, и мне надо сейчас каким-то образом понять, как мне попасть в ту часть. Горы вот этой. Здесь не пройти, это однозначно. Идем сюда. Ну, по логике сюда надо обходить вокруг. И где все-таки шкаф Элеоноры? Кто? Что? Тебя еще не убили, крысеныш! Да лети ты своей дорогой, я тебе уже на Кондоре все сказал. Сукин сын! Я до тебя доберусь, кот драный. Я устал от всего этого. Так, сейчас она на меня манекенов... Устранен. Где войска? Нет. Где контроль коллектива? Где Аргенту, в конце концов? Отряд Аргенту в преддверии запуска проекта «Атомное сердце» был разослан по всему миру. И прямо сейчас находится довольно далеко отсюда. Отчасти поэтому он не мог предотвратить предыдущий сбой коллектива, устроенный предателем Петровым.
Занятые люди. Не ерничайте, майор. Сергей. Да куда уж мне, не до этого. Я еду или я стою, я не понимаю. Кнопки никакие не нажимаются. Наверное, еду. Да, все, приехал. Отлично. Итого мне надо... Дмитрий Иванович Менделеев. Того мне надо еще 6 найти. 6 булс. Да тут же все заросло, как... Любимый, как прошла твоя тропинка? Ух ты! Эта вредная старуха глушит мой сигнал на поверхности. Тебе удалось с ней договориться? Нет, бабка говорить не станет. Ее упрямство ничего не изменит. Чем же ты занимался? Бусы искал. Полимерные. Тебе понравится. Говорят, свихнулась ты, а бусы помогут тебя починить. Кто это сказал? Злобная бабка или занудный старикан? Не верь ни единому слову. Не буду. Они заблуждаются, ты не сумасшедший. Просто за странность. Обожаю тебя, любимый. Что ты собираешься делать с бусами? Тебе подарю. Бусы же. Загрузим их прямо в тебя. Для надежности. Ты же не будешь против? Ох, я схожу с ума от восторга. А когда? Когда ты мне их подаришь? Ну вот выловлю по одной и подарю. Это будет леген. Подожди, подожди. Да, милый, да. Джунгля. А осенью вообще выше головы будет. И болота будут везде. Вы не волнуйтесь, Жанна Аркадьевна. Мы же химики. Мы все это уберем. Да? Уберете? Потому что вы химики? А может, это все убирать и надо, потому что вы химики, а? И потому что вы с Вавиловскими устроили какую-то войнушку? Да нет, вы что, оно само же. Само? Вы меня за дуру не держите. Все равно не удержите. Срочно прекратите эту шекспировскую драму с ботаниками и вычистить тут все до конца месяца. Нет повести печальнее на свете, чем повести о кусте и реагенте. Так, вот. Боеприпасы для секатора. О, так я тут нормально насобирал. Расходники. Большая капсула с непремом. Капсула адреналин. 150 здоровья. Наверное, вот эти самые ходовые. Так, и что, как мне?
Или это все изучено уже, я не понимаю. Возврат, возврат. А, похоже, что это уже и выучено все. Непонятно. Да, вот не изучено. Полимерный щит и техностазис. Полимерный щит тогда буду, что ли, изучать. Вот, все, теперь я понял, вот я переключаю. Все, вот это вот техностазис, значок, вот, а сейчас значок на ЛБ щит. Вот я буду щитом пользоваться в основном. Что за наркомания вообще? А как мне арсенал-то забрать? Склада, разбор, улучшение... Клуша, секатор. Так, ну давай клуша. Я же тут какую-то рукоятку получил. Вот, эргономичная древка. Чего-то не хватает. Вот, складоразбор. Ну и как? Вот я нажимаю. А, вот, переместить. Ой, какой все-таки недружелюбный интерфейс. Это просто капец. Что там, гусь? Жесть просто, какая-то жесть. Что-то музыка. Так, и что мне делать-то? Так, ладно, еще раз. Комната отдыха. Все, я понял. Здесь мы... Это наркоманская вообще. А, вот. Охренеть.
что вообще? Вот жестко. Так, некую звездочку получил на склад. Ну, в общем, здесь либо надо вот эти аптечки создавать, не помню, как они называются. Их прям обязательно надо делать. Я бы уже вот сдох, если бы пару раз не полечился в бою. И патроны. Возможно, патроны тоже в огромных количествах. Заяц, гусь, заяц. А то если я просто птица с нейроинтерфейсом? Да не херня какая-то. Так, эта штука меня убьет, я так понимаю. Вот и произошли на предприятии несчастные случаи. Искусство требует жертв, милый. Дикая тележка. Так, и что делать? А, я вспомнил. Так, что еще? А, вижу. Так, заново. Так еще одна бусина сразу, то есть уже вторая в этом. Утром буса, а вечером любовь. Или наоборот. Так, ну ладно. Довольно быстро ищется на самом деле.
Я думаю, я здесь перерыв сделаю. Это что-то прям внезапно просто жестко. Я думал, сейчас поброжу, еще что-то тут поделаю. А тут просто сразу бой такой напал. Роботы напали, внезапно их всех расфигарил. Кстати, вот комната отдыха. Как раз. Так, почитаем вообще, что тут есть. Краска полим. 20 января 55 года. Интерактивный помощник Анфиса. У нас Алиса есть, туда Анфиса. Кружок по интересам. Голубчик, должен сказать, я крайне разочарован вашим отказом. Не навреди. Опять этот какой-то наркоманский притон просто. Есть подъем человечества на следующую ступень эволюции. Пропаганда. И это не просто громкие слова. Все, кто уже стал участником коллектива, воочию видят первые результаты. Всего за одни сутки цивилизация совершила социальный рывок, недоступный без существования коллектива. В мире исчезли государства, границы, правительство, бюрократия, неравенство. В коллективе все равны. Авторитет любого участника определяется уровнем его научных знаний и вкладом в развитие человечества. Размер кошелька и связей в правительствах больше не стоят ни гроша, ибо все, что имеется на планете, отныне принадлежит коллективу, то есть всем нам. Вскоре на орбиту будут выведены все командные центры высшего уровня, и весь нейрополимер на планете станет единым массивом, содержащим все накопленные человечеством знания. Способности и возможности участников коллектива станут воистину безграничными. Коллектив обращается к тем, кто все еще заблуждается в своем упрямстве. Вступите в коллектив хотя бы на час. Поймите, что это такое. После этого вы можете не принимать участие в жизни коллектива, если не захотите. Вас не будут ни к чему принуждать. В любой момент вы можете снять с себя устройство мысль и перестать слышать коллектив. Мысль. Но коллектив должен знать о вашем существовании, чтобы обеспечить вас жильем, пищей и всеми необходимыми средствами. Основная масса человечества сделала свой выбор в пользу коллектива. Поймите, как прежде уже не будет никогда. Дорога в дремучее прошлое закрыта навсегда. Прекратите бессмысленное сопротивление. Подойдите к любому ближайшему роботу. Майор, оружие или способности? О, так достаточно обширный инвентарь. Звездочку хочу. Что она вообще умеет делать? Непонятно. Ну ладно. Урон. Ага. Скорость атаки 4, урон 5 у клуши. У этой скорость атаки и урон выше. Дальность у этой намного выше. Урон от заряда здесь намного больше. Скорость заряда маленькая, здесь большая. Но я, наверное, все-таки звездочку буду использовать. Диск, сокрушительный удар, рукоять. Так, верхнее лезвие, базовое.
концентрическая проточка поверхности. Скорость атаки улучшает. И так, похоже, я не могу ее создать, пока непонятно. Снимая улучшение, вы получите назад ресурсы. А, вот, все, установил. Улучшить. Еще раз улучшить. Нужны ресурсы. Ну, то есть нужно просто бить этих всех тварей. Дополнительное. Дополнительная пила. Так, что? Затворная рама револьверного типа. Где-то я на швед, что-то насадка. Урон, ну давай урон еще раз. Все, есть. Так, рукоять что дает? Эргономичная рукоять. Скорость заряда улучшает то, что мне надо. Так, здесь уже не хватает. И кассетник. Какой-то кассетный модуль. Тонкий слой особого химического полимера. Свойства при контакте с противником. Но это уже без разницы. Сходить на поверхность. Так, ну как-то так. Все, буду орудовать звездочкой вот этой. Все, я сохранился, продолжу в следующей серии.